Кому вы больше доверяете, журналистам державных, чи не державных СМИ? Не державных СМИ. Чому? Державные СМИ могут говорить только то, что выгодно для государства. Мне кажется, незалежные больше правду скажут, если, ну, чем государственные. Державных, которые ближе к людям идут, я к этим журналистам. Которые людям больше доверяют и верят. Всем журналистам, которые пишут правду. Это какие? Ну, в основном государственные. Державные? Державные. Наверное, независимым, потому что они более самостоятельные, как бы, они имеют свое мнение больше, потому что, ну, державные, наверное, они зависимые немножко от кого-то. Серьезно об этом не задумывалась, ну вот. Но если так спонтанно сказать, то скорее независимым. Независимым корреспондентом. Чему? Ну, все-таки в любом случае в нашем государстве и в любом государстве информация фильтруется. Вот. А независимые корреспонденты, уже само слово говорит о себе, что они независимые. Что они подают информацию так, как они, в принципе, от первоисточника, ну, получают. Ну, за исключением некоторых корректировок. Государственные журналисты, в принципе, журналисты определенных каких-то каналов государственных, при государственных продвигает какую-то определенную мысль, так считаю. А независимые, ну я стараюсь даже читать независимую, независимую журналистскую литературу, как, ну не знаю почему, почему-то больше ей верю. Там мнение более объективное, думаю, оно затрагивает несколько сторон проблемы той же, а не какой-то узкий взгляд. Независимым журналистам, потому что им нет смысла врать.